Александр Лукашенко назвал сельское хозяйство Гродненского района образцом отрасли. В ходе рабочей поездки в Гродненскую область глава государства посетил производственный кооператив имени Кремко. Он поручил помочь сельхозпроизводителям из регионов в продажах своей продукции в Минск. По его словам, этим хозяйствам надо отдавать больше возможностей. А также поручил продумать меры по удешевлению леса для строительства жилья в сельской местности. Особое внимание глава государства обратил на строительство арендного жилья. В последнее время отмечается рост цен на пиломатериалы, в то время как в Беларуси достаточно этого ресурса. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукции. Эта тема была поднята при докладе губернатора Гродненской области Владимира Караника. Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию. С другой стороны, Александр Лукашенко потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель. Излишки сельхозпродукции, что не будет заложено на хранение, реализуют на экспорт.